На что были готовы русские, соглашались наши. Русские были готовы выйти без никаких условий из Запорожской и Херсонской области. Украина должна была признать федеративность ЛНР и ДНР, то есть они бы входили в состав Украины, но на условиях федерации. И Крым считался нейтральной территорией 80 лет. Кроме этого, требование было русских сократить численность вооруженных сил Украины и отдать назад на Запад наступательные вооружения, ну, которые есть в вооруженных силах Украины. Арестович говорит, что президент на этот пункт по вооружению ЗСУ не согласился. Я знаю 100%, что это неправда. Он согласился. Это 100% я знаю. А вот теперь вопрос. Если сейчас пойдут на мирное урегулирование, это было что?